представьте себе ситуацию. Вы выходили на сцену, и внезапно перед вами возник забор класса ТВС. Деревянный, вчера сделанный. Можно обойти, но куда? Будьте здрасте, он большой, вы опоздаете на выступление. Поэтому остается только перелезать, чтобы успеть не только на сцену, но и на день рождения двоюродной бабушки по линии сестры. И вот забор за моими плечами, а это доказывает, что не существует абсолютно никаких препятствий. И даже Дима Мороз не станет для меня препятствием на пути к короне мистера Мироза. Нет никаких препятствий, чтобы у меня начать говорить моим нормальным голосом. Всем привет, меня зовут Игорь Иванов. Впервые сегодня выступаю со стендапом, где на разогреве какие-то девочки танцевали, и парень песню спел. Кстати, зацените, кто-то для финала рок-группу собирал, а я забор собрал. Я на самом деле думал, что это легко, но теперь я понимаю, почему есть шоу «Перелезаем через заборы», но нет шоу «Колотим заборы» с Алексеем Щербаковым. Причем... Спасибо. Причем я изначально хотел купить уже готовый забор. Я зашел в магазин все нужное для дома, но, прикиньте, по ходу дому не нужна защита, потому что заборов там не было. Конечно, для дома гораздо важнее массажер для головы и пипедастер от пыли. В итоге пришлось покупать материалы. Я зашел на сайт Леруа Мерлен, а там доставка 1500 рублей, прикиньте. В итоге я даже на сессии не был так замотивирован, как когда тащил эту фанеру домой в 11 часов вечера. Увидел бы меня мой физрук, поставил бы за счет. Ну, чисто из жалости. Но на самом деле обидно, что даже без доставки я на этот забор все равно деньги потратил. И ладно, пиджак, который на мне, у меня чек сохранился, я его сдать могу. А забор назад у меня уже никто не возьмет. Поэтому, наверное, оставлю его здесь. Может, хоть так Щербаков умеет приедет. Вообще, вы, наверное, ожидали, что сегодня во всех финальных номерах будут песни, танцы, сальто. А у меня шутки. Не, ну а что мне еще показывать? Спасибо большое. Не, ну правда, что мне еще показывать? Взять хоть те же танцы, но я просто не умею танцевать. Вы, наверное, заметили, как на открывашке все такие довольны, танцуют, смотрят в зал. И я с ничего не понимающим, испуганным лицом ищу в зале маму, чтобы поскорее меня со сцены забрала. Я просто для танцев недостаточно пластичный. Да даже если бы я был таким, я бы эту пластичность использовал, чтобы под жюри прогнуться. А не вот это все. На самом деле у меня вся жизнь связана с юмором. Ну, надо мной просто в детстве сверстники смеялись, и я подумал, наверное, это мое призвание. Буду комиком. Я, кстати, вырос в Твери, и просто чтобы вы понимали, что Тверь за город, тверские гопники своих детей в Андреевку отправляют как на учебный полигон. И возвращаясь к тому, что я отличный комик, я даже без шутки могу рассмешить. Например, знаете, как мои тверские друзья-гопники смеялись, когда узнали, что я на Мистере Мед участвую? Громко. Так смеялись. Я до сих пор боюсь в Тверь возвращаться, на самом деле. Вот уже 2 месяца там не был. Кстати, пользуясь прямой трансляцией. Мам, все хорошо, не переживай. Просто если соскучилась, давай теперь лучше ты ко мне приезжай, ладно? Спасибо. Переехать из Твери было непросто. Я сейчас живу в съемной квартире. И знаете, я не фанат вот этого современного евроремонта. Ну, не фанат, потому что такой ремонт требует особого ухода. Ведь каждая пылинка портит вид всей квартиры. Для сравнения, в квартире с бабушкиным ремонтом пыль — это буквально часть этого ремонта. Такая же, как ковер на стене или закрутки в кладовке. Если вы такую квартиру снимаете и протираете в ней пыль, то при сдаче квартиры владельцу вы пыль обязаны на место вернуть. Кстати, когда мне бабушка, хозяйка квартиры, показывала эту квартиру, она в какой-то момент мне говорит, я тебе сейчас покажу кое-что очень важное. Взяла ключик,
подводят меня к шкафчику. Я думаю, вау, неужели я сейчас увижу фамильное золото? Открывает шкафчик и, прикиньте, там 6 пакетов с пакетами. Реально, 6. 6 пакетов, причем они как мстители, знаете, каждый уникален. Она мне начинает про них рассказывать. Эти для мусора, эти, чтобы в магазине новые не покупать, эти из азбуки вкуса, можешь подарки в них дарить, эти на черный день, а эти не трогай, это внучки приданное. И вот эти тоже не бери, они из H&M. Скоро раритетными станут. Я на самом деле так удивился, ну типа, откуда у бабушки пакеты из азбуки вкуса? Очень странно. Но на самом деле жить в бабушкиной квартире не всегда просто. Например, вы когда-нибудь задумывались с утра, когда пили воду, а не в этом ли стакане она хранила свою челюсть? Я вот задумывался. Ну а безусловно есть и плюсы. Например, вы когда-нибудь думали, зачем нужно вот это окно между ванной и кухней? Я вот не мог понять. Не мог понять до тех пор, пока ко мне в гости девушка не приехала. Теперь советский архитектор получает заслуженный лайк от меня. Но есть еще один безусловный плюс. Вот этот календарик маленький на стене. Знаете, маленькая книжка такая. Очень прикольно. Я каждый день вырываю страницы и узнаю, что сегодня за праздник. И, кстати, об этом. Поздравляю вас с Днем клоунов в Перу. И, к слову о клоунах. Я вообще очень удивлен, что прошел в этот проект. Потому что, ну, я даже когда заявку подавал, я считал, мисс и мистер Мед — это конкурс талантов, красоты и как будто бы уже здесь мне стоило остановиться. Ну, потому что, серьезно, красота. Мне кажется, по этому параметру я хотя бы и запрещение должен был пройти. Ну, вы видели фотки в группе конкурса? Там у всех ребят их красивые, сольные фотографии. А у меня групповая. Чисто черные точки семейную на память сделали, знаете? Это на самом деле так грустно. Ну правда, мне становится грустно каждый раз, когда у меня выскакивают прыщи. И поэтому последние 4 года я пребываю в глубокой депрессии. И знаете, кто-то с депрессии к психологу ходит, а я с таким косметологу гоняю. И нормально. Кстати, недавно ходил в Зеленограде на чистку лица. Прикиньте, здесь за это берут деньги. Ну, просто мне в Твери бесплатно гопники чистили лицо раз в неделю. Причем всегда без записи, без очередей. Один раз даже абонемент выдали. Я вообще очень сильно ждал какой-нибудь мастер-класс с названием «Искусство фотографии». Да потому что, опять же, видели мои фотки? У меня там 3 вида эмоций. Я не знал, что меня фоткают. Я заметил, что меня фоткают. И я искренне пытался что-то сделать. Очень круто от того, что за нами всюду следовали камеры и Андрей Рабаджи. Я в какой-то момент почувствовал себя настоящей звездой. Кстати, никто не задумывался, что в этом отношении МЕД — это буквально зеленоградский Голливуд. Вам не кажется, что вот эту надпись «Я люблю МЕД» нужно на какой-нибудь холм переставить? У нас просто столько всего есть. МЕД ТВ, фотосессии, разные шоу. Не хватает только где-нибудь в первом корпусе сделать аллею славы. Ну, чтоб там звездок было написано «Дед с квасом с диванчиком». Игорь Харитонов. Мария Владимировна. Она тем более сегодня в жюри сидит. Охранник, похожий на Якубовича. Лариса Михайловна с кроссфита. Ну, я ее чисто ради зачета упомянул. Брусничка. Алексей Камешков. Кстати, можете меня поздравить. Я только что заработал первый косарь за интеграцию. И речь не про брусничку. Он реально легенда, потому что, ну, про него столько раз писали в этом паблике Мед и... Ну, как его? Мед и Квас, точно!
Кстати, поаплодируйте те, кто кидал мемы в предложку «Меты квас». Круто. Знаете, я как человек, который связан с юмором, подумал, что кинуть туда мем – это буквально мой долг. В итоге я кинул 17 мемов, опубликовали один. Прикиньте, в «Меты квас» попасть сложнее, чем на бюджет пройти. Этот мем, кстати, собрал 3 лайка. Два — это у меня мама и брат подписаны. А кто третий? О, спасибо, чувак, но, блин, я надеялся, что это будет девушка. Но нет, на самом деле, правда, спасибо тебе. Мне прям хочется подойти и пожать тебе руку. И причем я могу сделать это очень красиво, ведь на проекте я посещал дефиле. Вообще, по факту, дефиле оказалось самым полезным мастер-классом. Ну, судите сами. Теперь я знаю, как филигранно сваливать от гопников в Твери. Пока парни неумело подкатывают к девочкам с дизайна, я могу к ним очень элегантно подойти. Ну и все. Подойти — это мой максимум. Целом. В конце концов, когда мне будут отказывать на собеседовании, я всегда смогу встать, развернуться и красиво уйти. Может быть, еще одумаются. Но если серьезно, на проекте правда было много классных мастер-классов. И я с нетерпением жду момента, когда я самодельным букетом из зефирок дефилирую к своему мотоциклу, сажусь, включаю музыку для зумбы и уезжаю в закат. Ну, а пока у меня нет собственного мотоцикла, я просто иду со сцены под крутую музыку. Всем спасибо!